самой высокой весело, как вдруг однажды Вика увидела объявление. Она пошла и победила. Не робей и сиди. Вика Осинова была самой высокой девочкой в классе. Однажды Вика увидела объявление. Она пошла и победила. Анталия, клуб Зигана. Лучший отдых VIP-класса. Этого было самое весело, как вдруг однажды Вика увидела объявление.
Всегда.